из вечери такие рогатые ходят, и эндерманы спавнятся. Так, ну тут нам стали очень много понадобится, поэтому всю забираем. Так, Данкнау сюда. Так, стальные прутья. Так, нам надо 10, это 40 стальных. Сейчас. Так, Альвина сейчас считать будет. Великий математик. Ага, нам надо 10. Это было бы 40, 20. 20 прутьев. Так, 5 и 64. Так, 20 прутьев. 20. Их надо превратить в стеллажи. Вот. 10 есть. Так, это мы все, что ушло, ушло, что не ушло, сюда. Есть. К. Красный, вот этот. Красная эта фигня. 4 есть. К. Я вот не помню, как он делается. И так, а пластина какая? Медная? Медная. Медная пластина. Один штук. Так, один штук. К. Тут еще одна медная пластина. Их нам надо 10. Легкий инженерный блок. 10 штук. У нас их, по-моему, нет. Хотя я их вроде делал, но у меня их нету. А, легких нету. Так, К. Ладно, стальной сапор. Мне их надо 8. Сапор стальной нету. Мне их надо 8. Так, сапор стальной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Раз, два, три. Типа есть. Так. И, блин, К и 9 воронок. Воронка у нас, раз, два, воронка. Я не помню, по-моему, из стальных из пластинок. 5, 9, 9, 4, 5, 7. Так, воронок тут нету. 5, 9, 45. Мне надо 45 железа. Так, тут 13. Ай, ладно, разберем. Ой, зафига, ну да ладно, много не мало. Так, 45. Да ладно, блин, буду я тут мучиться. Давай все штампуй. У нас там все равно ждет. Да, это сталь. Так, К, эти нам штампуются. Легкий механизм. Медь, медь, о, еще сюда железные пластины. И мне их надо дохренища. То есть я пошел делать вот это вот. Воронки ставишь. Так, еще давай 45. Фигеч. Маловато будет. Так. А, этот вот надо делать. 4. Раз, два, три, 4. Это вот это. Так, К, она делается А. И вот это А. Вот, теперь я все добавил. Красный железо, медная пластина. Медная пластина есть одна. Так, вот это вот делаем. А, железа нету, да? 3-4. Но эта вот штука мне очень нужна. Так. Ой, не то, не это. Вот это. Есть. Желе. Так, какие там надо было? Легкие. Их. Так, этих мне надо штук одна. Да, мне их сколько там надо, блин? 10. Мне их надо 20. 20.
20 этих вот, 10 медных пластин, 10 медных пластин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 10 медных пластин. Вот. Это долго, блин. Да ладно, я еще накопаю. Давайте это дело ускорим чуть-чуть. Давайте медь, фигач. Что, сколько тут сделал? 136. Медь, фигач. Молодец. Так. Железная пластина. Для чего? А, и мне надо 8. А, подождите. К. Мне вот это сейчас осталось сделать, да? А, мне еще надо 9 воронок. 9 воронок это... 8-9 воронок. И сундук. Будет тут этот рецепт. А, хотя вот же. 9. Ты надо же. А, ну, правильно. И одна стальная пластина. Осталась пластина 64, кувалда. Сколько тут осталось? 41. Так, мне еще надо осмиевые вот эти штук, осмиевые блоки. Рецепт один. Мне их надо 2. Ух, мне их надо... Надо по одна, это 40 штук. Запчасти, детали для производства. Так, вот эти вот мне надо. 40, 20. И еще 28. Не 21, а 20. Так, 20 и... Тьфу, спасибо, 20. Что 21? А, я был, ладно, в запасе. Так, 8 мне вроде больше не понадобится. Так, дальше нам надо... Ой, меди, да хрен... А, меди я сделал. Железо. Железо, палка, так быстрее. Невыгодно, но быстрее. Не подготовился, сам виноват. Кувалда. Она. Так, сюда, чпок. 28 пластин. Это мне сколько надо? А мне надо 40. Так, 40, 51. Ну ладно, черт с ним. Медные пластины. Сейчас мы отыграем. У нас митсератор появится. Так что легкий инженер. Так, чё? Железа нет. Сейчас дадам. На тебе железо. Так, 10 штук вот этих. Ты ж смотри, прямо 10. Так, ну, что тут? Так, медь тогда все же сюда положим. Стальные пластины сюда, сюда. А еще тут были пластины? Не было. Хорошо. Это сюда, сюда. Это сюда. Так, мы что-то там получили, приз, да, в студии, ветряная мельница. А, еще что-то можно. Кинетический резервуар или паруса ветряной мельницы. Это эти мощные или нет? А, паруса ветряной мельницы. Ну, давайте паруса, их геморно делать. А кинетический генератор я могу получить, так. Так, это понятно. Пистолет это ад. И хорошо. Вот, это мы получили. Пока что сюда. У нас ветряк можем поставить. Так, где мы будем тут пере это самое воронки. Так, чтобы я помнил, как он собирается. Это наверху, это внизу легкий механизм. А, чё это? Я ж могу посмотреть. Вот, назад.
назад, еще назад, тяжелый механометаллический домино, дробитель. А, два, это так, два, потом это два этажа, и тут эти, ну, вроде бы запомнил, вроде бы. Так, вот ты у нас жить будешь F9, давай ты у нас жить будешь тут. Значит, так, раз, два, три, раз, два, три. Три, раз, два, тын-тын, тын-тын, тын-тын-тын, а чё, это сюда, по-моему, ну, так, 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 а, ещё один ряд, да, я думаю, чё, у меня три лишних, так, легкий, это сюда, это, по-моему, а вот и не помню, так, где он там, давай показывай все, да, этот штук сюда, эти по кругу вот сюда. Где они, 9 штук? Ой, что она, не одна лишняя? Ну да, правильно, одна лишняя. Раз, два, три, четыре. Четыре, пять. А, не, не одна лишняя, она посередине ставится. Вот тут. Вот, и по какой-то воронке грохнуть надо. Так, теперь по какой-то воронке надо бухнуть. Раньше это показывали. Где-то там в 16-й версии уже по чем тут ударить надо. Я все правильно собрал, да? Все правильно собрал. Это. Ну, тын-тын-тын-тын-тын-тын, а, посередине, ясно, не все правильно собрал, извиняюсь, бывает, так, это сюда, этот, угу. Чуть-чуть ошибся, ничего, бывает, вот, теперь правильно, теперь джбонг, о, готова машина. Теперь вот там берем наш низковольтный провод. Угу. Смазки у меня, конечно, нету, так, а провод, по-моему, сюда тыркается. Нет? Угу. Подождите, куда тут провод впихается? Когда машину нет. Ой, да, это далеко. А, ну, до туда, может, или вот до сюда. Так, провод чпонг. Ага, ты мешаешься. Ладно, не хочешь по-хорошему, будем по-плохому. В крайнем случае сюда. Ну, он тут по духам будет жужжать сильно. Поэтому низковольтный провод. Это чтобы он меня не долбал. Так. Так. В смысле? У меня же тут стоит противовзрывная хрень. Или не... А, задалеко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. Немножко задалеко. Такую постройку испоганил, ну, говнюк. Ага. Так, чего мне тут не хватает? У меня же должно быть с собой где-то. Давайте идем поспим, днем поработаем. Эх, жалко тут этих...
как они. Феечек нету. Эти, которые. Так, мне надо декор блоки. У меня них есть вообще. Куда я их тут засунул? Во. Ну вот паразит пришел, взорвал, все испортил. Блин, надо тут все обложить. Да, в принципе. Где там? Здрасте. Взорваться не хочешь? Нет. Так, сейчас надо это починить немножко. Что такое? Нефтяной песок. Нет, нефтяной песок мне пока не нужен. Давайте. Ну, красивыми камни. Тут ранее там есть. Так, продолжаем разговор. Так, это сюда. Окей. У нас тут напряжение пошло. Мы теперь это можем сюда. Так, сюда надо поставить ящик. Было бы неплохо какой-нибудь мощный, но мощного у меня нету, так что обыкновенный, двойной. И воронка не хочу. Воронка ставить не хочу. Так, как он там делается? Ага, во. Конвейер плюс это. Ага. Мы берем это, два этого, что еще можно взять, конвейеры, железные, если он есть, то он только тут, я эту штуку не вижу, так, железо, 6 штук, так, вот эту вот штуку мне надо. Нет. Во. Это сбрасывает. Так. Так. Есть. На всякий случай замуруем. Хотя, в принципе, если кого-то мне там перетерет, то не особенно страшно. Так, раз, два. Сюда выход. Подается все сверху. Значит, так. Этот я хочу поставить. Или тут. Ну, так же ты скидывать не будешь. Да. Сюда. Шаттл этот. Шутли. А может будет работать. Во. И сюда два ящика. Хотя, в принципе, одного хватит. Ну, в будущем два понадобится. Окей. Так. И мне надо было там вот еще, я вспомнил, така. Так, мы тут что могли сделать? Roots. Во, вот это я хотел сделать. Измельченный обсидиан. А мне их надо три, да? Два обсидиана. И под пути... выпустите. Чё сюда прёшь? Во. 8. А это тот... Така, обсидиан. Мне надо компрессит обсидиан. Компрессит обсидиан, две штуки. Смотри, там у меня было такое уже все. Ну, так, все ушло. Так, обсидиан. Что там еще надо было? Это там и сам обсидиан. Ну, вроде бы такой. Ну, идем помогичим. Я бегу. Так, что у нас тут? Тут ничего нового. Так, эти я делал. Так, раз, два,
3, 4, 5, 6. Это обсидиан, да? И нам надо чем-то поджечь, по-моему. Блин, уже забыл. Да, поджигалка. Так, это значит, ложится сюда, это кладется сюда, это кладу жим сюда. И... А, не, ножом же надо, ё-моё. Какое поджигание? Поджигать это другое. Так, ножик, режек, где? Тут. Давайте этот возьмем. Того не вижу, так. О. Комплит. И что нам добыл компресс обсидиан? Спасибо. Текс. Чё, К. Ой, назад. Это мы сделать не можем. Этот ад. Этот ад. И, по-моему, все. Мне осталось идти, не выкручусь никак. Да, это адская фигня. Это тоже адская фигня. И тут тоже ад. А, тут рога оленей. А, кстати, про оленей. Я же про них и забыл совсем, да? Хотя можем пойти набрать. Тут мне их разводить надо. Магнита нету, жалко. Во, так, все сделано. Так, и насчет оленей. Оленей то я приволок. Там есть... Давай беги. Да беги ты, блин. А, да, кстати, сделал оленей, сделал курей. Я только не знаю, они тут у меня грузятся, что-нибудь дают. Вот курей засели. Ух ты ж, блин, сколько же я тут бегал, что у меня только насрали тут. Мне с них перья надо чик-чик делать. Ну, кстати, блин, вот опять забыл. Кстати, про чичик. Опять бежать назад. Блин, тут можно и паузу было бы нажать, долень как-то. Кстати, вот эти вот, как они, камень рощи можно на каждом там поставить, и он еще будет ускорять рост. Но это на данный момент. Так, где эти ножницы? О, ножницы. Давай, беги. Да что такое, ты не бегаешь вообще после какого-то... Так, курицы, мы вас сейчас кормить будем. Ой, вы ж не это жрете. А чё я не достаю? Могу. Курицы. Как я вас тут доставал? Ладно, я к вам спущусь, а то вы... Давайте размножайтесь тут. Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Давайте. Ну, мне теперь и надо было. Ух ты, а вас, наверное... Ну да ладно. Так, а как мне выбраться? Выбраться, если честно, выбираться. Так, если честно выбираться, то мне придется вот так отсюда выбираться. Чё ты меня на улице выпускаешь? Так, я что-то там передробить хотел. Во. Так. Что тут у нас влезет? А ничего не влезет. Так, это передробить. Да, работает. Хорошо. Значит, тут должен стоять факел где-то.
Так, теперь насчет оленей. Блин, я ж не скинул лут. Ну да ладно. Насчет оленей. А, это птичка. Птица говорон отличается умом и сообразительностью. Так, что мне не надо? Этот не нужен. Это пока не надо. Это пока не надо. Вот теперь или что-то надо было. Это жертвенник. Это вот такая хрень. А, для этой сумки. Так, это мы сюда покладем, это сюда, потому что она вроде больше как нигде не надо. Так, курица там, надеюсь, не сдохнуть сильно. Давай быстрее. Так, у нас тут лисы бегают, я не знаю, они тут на них агрятся, не агрятся. Еще тут, наверное, будет, да? Во, перьев понасобирали. Так, ножницы просто. Они как простые ножницы работают? Да, работают. Хрена себе. Чпок, и все обстрижены. Это круто. Так, швини вы мне не нужны. Коровы. Давайте мы вас. Не знаю, надо. Можно, надо, не надо там, короче. Хватит, так. Сейчас мы вас тут размножим. Все. Хорошо. Так, следующий. Кто у нас тут? Бизоны. Чего вас так мало? Или я вас поубивал? Ну, на тебе, покушай. Чего у меня бизонов так мало? Так, вы требуете рыбу, но с вами загвоздка. А, вот они, козлы России. Так, а где папа? А, вот он. Видите, олень только один, он рогатый. Тебя с тебя, тебя с тебя. А, еще один рогатый. Мне вот эти вот рога нужны. Так что их тут плодить надо, этих оленеводом. Я, конечно, оленевод еще такой, но я так понимаю, только из этого выпадут рога. А рогей мне надо много, так что пока что с ними это самое. Спасибо. Ой, как удобно без этих подборов играть. Ну, я сегодня еще серию записывал этого RD Craft. RL Craft, да. RL, RD. Короче, вот эту. Ну, вы уже ее видели. Я сегодня записал, сегодня выпустил. Ну, кто не видел, можете посмотреть. Она была неделю назад. Вот. Чё, у нас сейчас есть золото, да? А, золото. Так, все, что уйдет, ушло. Это что такое? Рун это обсидиан, не знаю. Дабл компрессор. Ты для чего используешься? Амортизат. Ладно, давайте его дабл компрессор раздобл компрессим. Ух ты, сколько обсидиана. Так. Красоту сюды. Рун это обсидиан. Ты для чего нам нужен? Ты кто? Ты что? Reinforced fire. Это надо для оружия, которое делается с хвои, а вот это вот от этого, как всегда, у меня нет. Да? Это сюда. Так, это надо типок. Это где? Глазики сюда. Это сюда.
идешь сюда, ты сюда. Что еще тут из тебя? Так. И это железо сюда, это мы покладем сюда. Так, руны обсидиан, это понятно. Это мы потом вынесем. Так, ножницы. Надо, наверное, все с собой таскать. Это с собой. Руны обсидиан, это мы вернем назад. А где... Куда я сунул? Вон она, шерсть. Так, это не надо, не надо. Так, шерсть сюда. Вот. Это должна быть тут где-то залезть. Так, что-то у меня тут за дофига пшеница есть. Это не собирает, да, блоки. А пшеница до хрена, этих до хрена. Так. Но я так понимаю, К на русский К это что, на литовский К это что? Вопрос. К до риси, что будешь делать? Так, К. А К это буква. Что-то я не туда полю. Так, ну, в основном то для всего остального мне нужен этот. Иммерсив, да, тут надо уже ват идти. Вот этот можно сделать, варнинг донат железный. Это чё, ретрайв таск, это что у нас? Это что, ты кто? Ферментер, а, ферментер. Ну, тут уже пойдет химическое оружие, вот это. Ай, блин, не все я еще сделал. Наверное, третья серия пойдет, да? Еще вот тут у нас обсидианчик. Так. Лазер вообще-то. Нет. Лазер. Давайте какой-нибудь галимый для начала сделаем. Так, что нам для этого надо? Вообще посмотрим. Какая-то кастрюля. Вот это. 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 И еще там нам надо стержень. Стержень у нас есть. Так, я тут уже все отлил, да? Для этого надо так, золото. Золото. Мне надо три золота. Раз, два, три. Ты отрубайся сюда. Так, берем камень какой-нибудь. Камень, я сказал. Диорит вряд ли подойдет, да? Ну вот из этого там, блин, древний призмарин вряд ли подойдет. Где мой камень? А, вот же камень, ё-моё. Так, не сюда, во, сюда. Каменная батарея сел. Так, дальше этот не подходит. Каменная лазер медиум и так, камень лазерный медиум, так и каменная вот это, да. И там надо какая-то там... отливка, вот этот. А, подождите, а может он там свой какой-нибудь? Вот это что такое? Схема тубины. Тубины. И а нам что надо? Это фиг его знает. Похоже на вот эту. Не, вот на схема мощная рукоятка. На вот это похоже. Мощная рукоятка. Вот. Ладно, не будем
тянуть там всякое. Так, заливай. Одна форма. Еще я сделал. У меня она есть. Так.